Приветствую вас, дорогие друзья! Добро пожаловать! Давайте знакомиться! Меня зовут Антон Скляренко, я бренд-амбассадор легендарного армянского коньяка «Арарат» в России. И сегодня мы с вами приготовим воистину летний коктейль. Слушай, как его назвать? Давай называем его «Оранжерея». Итак, друзья, сейчас для приготовления коктейля нам понадобится наш легендарный армянский коньяк Арарат. Мы берем самый молодой марочный, это Арарат Ани. Нам понадобится 50 мл. Далее у нас идет сахарный сироп 15 мл, 30 мл грейпфрутового сока, 150 мл лимонада. И для украшения нам понадобится одна апельсинка. Дальше нам понадобится джиггер, либо рюмка, высокий стакан и ложка. Итак, друзья, начинаем готовить наш коктейль. Мы берем наш высокий стакан. Наполняем его немножко льдом. Лучше немножко, поймете почему, очень много ингредиентов, лучше потом сверху все добавим. Так, дальше берем наш джиггер, берем 50 мл нашего армянского коньяка Арарат. Дальше мы берем 15 мл сахарного сиропа. Берем 30 мл грейпфрутового сока любой фирмы, не принципиально. И далее, самая моя любимая часть. Мы берем лимонад. Вот этот звук, прямо вот его надо. Я прям к микрофону сделаю. Мне кажется, это какой-то отдельный вид удовольствия. 150 мл. Так, пока достаточно. Знаете что? Мы берем апельсин, пока вот убираем вот сюда. Ложечка нам пока не нужна. Мы берем нож и сделаем несколько слайсов апельсина. Это нужно только для украшения бокала. Плюс они придадут вам свежести, ароматики. Внешний вид заиграет у нас сразу же. Давайте. Старайтесь прижимать ближе к бокалу. Тогда их будет видно. Прямо вот руками, если делаете для себя. Конечно, для гостей возьмите там какой-нибудь пинцет. Но мы готовим для себя, на своей кухне, для своих друзей, для удовольствия. Давай, вот так вот, смотри, аж все поднялось. Это, помните, да, почему я говорил, не добавляйте много льда? И вот здесь у меня есть немножко мяты, и давайте ее прям вот... Прям взбодрим ее. И вот сюда вот прям вот такой кустик. Вот так вот. Так, и берем соломинку. Наш коктейль готов. Друзья, меня попросили рассказать лайфхак. Я не силен в лайфхаках. Но зато я знаю, почему наш коньяк называется именно Арарат Ани. Ани – это средневековая столица Армении, признанная соперницей таких городов, как Багдад, Каир, Константинополь. Символ царства багратидов – грациозный барс. Он украшал главные 40 врат. Друзья, Арарат Ани – это город тысячи и одной церквей. В состав этого коньяка входит много разных коньячных спиртов, и это разные коньячные спирты. На этикетке пишется средневзвешенный спирт. Здесь есть как 4-летние спирты, которые не будут так сильно конкурировать с другими ингредиентами в вашем коктейле, так и взрослые спирты. В данном купаже им 29 лет. И они будут делать ваш коктейль более насыщенным как по вкусу, так и по цвету. Очень рекомендую. Слушай, ну таких коктейлей можно прям много выпить. Он летний. Я, пожалуй, еще пойду сделаю.